Подать заявку на участие в общественно-образовательном проекте «Кубанская школа вожатых» можно на сайте, указанном на экране, или заполнив специальную форму в молодежном центре «21 век». Коммунальные службы с каждым днем увеличивают объемы и темп благоустроительных работ. Подготовка к сезону идет полным ходом. Городские власти намерены в этом году заметно изменить облик Анапы к лучшему. Но только ли администрация должна следить за порядком и чистотой? Какое свое участие видят в этом общем деле жители нашего города? С этим вопросом мы вышли на улицы Анапы. Ну и местные жители тоже должны. Ну вот напротив дома и тоже должны улицы свои заниматься. Я считаю, что нет, и жильцы тоже должны поддерживать, помогать. Посадки где-то цветов, скопать клумбочки, самим это все можно все сделать. Должны, наверное, жители местные. Ну, администрация, мне кажется, в первую очередь. Каждый по своему району пускай что-то делает, вносит какой-то вклад. Благоустройством города должны заниматься жильцы и обслуживать ту территорию, которая прилегает к их дому.